Игровой канал Мистер Коко представляет. Всем привет! Игра называется «Паладины». Она пока находится в закрытой бете. Но мне прислали ключик. И, как вы уже видели, я играл за Барика. Есть геймплей за него. Довольно неплохой персонаж. Он ставит турели, закрывается щилдом. И ульт у него просто отличный. Турель, которая наносит урон, очень хороший. Но в этот раз я решил попробовать Рукуса, наверное. Тоже робот, он может наносить хороший урон, ставить щит, опять же, снимать дебафы, скорость атаки у него увеличивается. Ну, он, конечно, не такой дамагер, как Барик, но посмотрим, что получится. Кстати, для тех, кто хочет поиграть, у меня есть еще один ключ. О том, как его получить, я расскажу вам в конце. Так что, ладно, уходим в игру. Очередная карта, которую я не знаю. Так. Point spawning in 20 seconds. Good luck with that. Point spawning in 10 seconds. Давай, парень. Начнись. Point spawning in 5 seconds. Начнись. Capture point has spawned. Oh, you're trying so hard. Сто 18 метров, нормально. Не, я, по-моему, знаю эту карту. Ах ты ж, нифига себе. Вылезаем. Есть. В кустах стоят. Врываются. Живи, 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 живи. А, нам надо. Я все время забываю, что нам надо за этой штукой поспевать. Ах ты ж! Сдохни, тварь! Погнали, блин. Есть. И ты умри. И ты отдыхай. Не попадаю. Пошли дальше, ребята. Назад. Где спаун будет? Time's ticking. Capture point has spawned. Там 33 метра. Я заблудился. Я не заблудился. Вот эти ребята получше. Понимают, что делать. По-моему, это отсюда сейчас придет. Time's ticking. Танкуй, родной, танкуй. Надо выйти.
Так, эта штука поехала опять. А вон там можно этого чувака убить, ладно. Давай, 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 давай. Эх, Барик. Добей. Разрушили? Я вот не знаю, стоит ли туда вообще лезть. Устроит. Сваливаем. Сваливаем. Надо искать спаун опять. Там чуть-чуть осталось совсем. Пацаны, сюда, сюда, сюда. Я понял. Кто-то в инвизе. Ты ж зараза, а? Первый раз завалили. Давай, давай, давай. Все, захватили. Было больно. Они еще, зараза, бегут и в спину стреляют, видишь? Убил, нет? Блин, чуть-чуть не убил. Ставь щит, парень. Семь секунд. Сзади же, вон он, сзади. Вы чё, парни? Не видит, главное, что сзади бежит просто. Где этот тварь невидимый? Сдохни ты. Да сдохни ты! А, сдохни! Сдохни! Блин, я не ту кнопку нажал. Надо было... А, ну наша поехала что-то. Надо было F нажимать, а я Shift нажал. Он почти убил, кстати. Гном, давай, беги.
comfortable. Должны проломать. Шикарно, что-то упало у меня там. Не прыгаешь. Давай, есть. Он колоссальный, надо сказать. Ах ты ж. Кто-то меня подкинул аж. Короче, просто проламываю нахрен. Проламываем. Проламываем. Парни, проламываем. Да. Есть. Когда нормальная команда и дают тебе раскрутиться, очень хорошо заходит. Что у нас тут по очкам? Ну... А, подожди, я не туда смотрю. 900. Неплохо, кстати. 17 киллов. 3 смерти. 30к дамага. Мало. Кэсси до хрена внесла. Так, что мы тут получили? Ключик. Сундучок, в смысле. Воу, легендари. Вот он. Увеличивает максимальное количество здоровья на 40 каждую минуту. А, когда эта карта активна. Окей. Все не для тех персонажей, что-то мне идет. Так, ну еще один боек попробуем за Рукуса. Никто эту штуку брать не будет, я возьму. Попробуем пробивать щиты. Посмотрим, что у нас представляют парни. Где-нибудь в кустах положить, наверное. Пробиваем щит, нормально. Он не херачит. Ага. Есть. Бежал. Бежать. Блин, он прям сбоку зашел. Ну как так? Ну чё, наши стоят? Понятно. Походу дело очередная команда даунов какая-то. Просто ни хера не делают. Все, нет. Не бегу. Ну, сейчас меня расхреначит здесь просто. Где наши в это время? Наши в это время где-то в стороне бегают.
Просто пипец, как будто первый раз увидели эту игру. Двоих завалили. Интересно, вот этот будет? Capture point has spawned. Да. Мне сейчас прилетит, по ходу дела. Не, нам уже ворота сломали одни. Пошел отсюда. Пошел, говорю, отсюда, и ты отсюда пошла. Спину просто накидывает. Да ты запарила меня! Пошел ты в жопу! Сдохни, блин. Ай. Не, ребят, надо сваливать отсюда. They just can't stay away from me. We stand close to the amigos. Stand behind me. They're firing at us. Нас просто некому врываться. Просто некому врываться. Или никто не хочет это делать? Сдохните, твари. Да что за иммун у него такой? Это сейчас все пробьет. Мне бочину просто накидывают. Они сноумен, говорит. Собака, ты отвалишь от меня? Охренеть. Сдохни, блин. Так, надо сюда сваливать. Я вот чуть отвлек там. Зараза, не та кнопка. Почти. Ульт почти зарядился. А у нас кто-нибудь эту штуку перетащил вообще? Перетащил. Ну понятно.
выпить этот говнюк. Тут что тебе надо? Что тебе надо, блин, а? Опять этот козел. Иди нахер. Да и... Пошел к черту. Сейчас нам все разломают там. Что, средняя будет? Или какая? Парни, ну накидал же ему. Пробиваю щит. Только точка там вдалеке вообще. А, они уже захватывают. Пипец. Блин, камень. Они минус без танка, конечно. Ай-яй-яй, куда? Как это там побил, проезжал, да? Эскорт. У нас есть шанс. Блин, убейте вы ее. Пошла отсюда. Задавили парней. Так, что нам тут накидало? Неинтересно. Ну что ж, ребят, если вы хотите получить ключ, то заходите в группу ВКонтакте и ставьте лайк под этим видео. Через день я в рандоме определю, кто будет победитель. И, собственно, отправлю ему ключик на эту игру. А вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Всем пока.